Здравствуйте, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. В этом видео я хотела бы с вами поделиться сортами овощей, которые никогда меня не подвели ни в жару, как говорится, ни в холод, при разных изменениях температур, погоды. Всегда были мы с урожаем. Начнем с огурцов. Огурцы Криспина, огурцы Китайское чудо. И в прошлом году я садила огурдыню. Огурдыня мне очень понравилась. Мы с нее делали салат. Целое лето в салате с помидорчиками. Очень вкусно. Она очень плодоносивая. Очень непривередливая к изменениям климатических условий и температур. Потому и в этом году еще посажу я зозуля сорт. Мне очень нравится салатный огурец. И амур. Вот эти огурчики, когда я только не садила, всегда мы были с огурцами, и консервацию делали, и кушали. Очень хорошие сорта. Сорта капусты. Это агрессор, анкома и галакси. Это также сорта, которые устойчивы как к переувлажнению, так и к жарким условиям, в которых в последнее время у нас растут все овощи, то есть к засухе. А почему это очень важно? Потому что это засушливый, жаркий воздух и полив. Чаще всего это со скважины, это холодная вода. И когда жарко каждый день, вы заливаете свое растение, потому что, видите, прям листики начинают сохнуть от жаркого воздуха. И это растение страдает и от жары, и от переувлажнения. Но это сорта очень хорошие, очень устойчивые, очень лёжкие. Они лежат всю зиму, прекрасно хранятся, и вы всегда будете с капустой. Помидоры. Мне очень нравится сорт, называется Брискол. Это отличные помидоры, которые можно и консервировать, и соусы, и аджики, и сок отличный получается, и всегда отличный урожай. Еще мне нравится сорт колхозный. Это неприхотливые тоже помидоры, которые раньше выводился этот сорт для произрастания в полях, где был естественный дождик, естественный полив, естественные условия. Он очень устойчив многим заболеваниям. Вот эти два сорта я садить буду обязательно. И еще я сажу свои помидоры. Это крупные титаны. Это семена, собранные со своих помидор. Они, конечно, немного подвергаются некоторым заболеваниям. Когда они уже и бывает на них урожай, это вообще отличный сорт, а вкусные. И один плод весит от 500 до 700 грамм. Это вообще помидорчики. Но не всегда они, конечно, не всегда они бывают, потому что сейчас погода такая. Не всегда они выдерживают вот эти вот перепады. А в открытый грунт я буду садить горох, редис и кабачок. Кабачок вообще считается теплолюбивым растением. Садится, когда уже совсем тепло. Но у нас днем 20 градусов, а ночью 0. И вот сколько я не садила кабачков, вот такой сорт, как монстра, отличный. Потому что в некоторых сортов кабачков то пустоцвет, то если завязывается, прям эти плоды к
крутит, выкручивает от таких изменений климатических условий. А вот именно сорт монстра отлично растет. Также и редис, и горох этих сортов всегда с урожаем. Отличные сорта, мне очень нравятся. Я буду садить прямо в открытый грунт. Вот такие мои ближайшие посадочки в теплицу и в открытый грунт. И сорта, которые я буду садить. Хотела с вами поделиться, что именно при таких погодных условиях, как у нас, эти сорта дают отличный урожай. С вами была Люси. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. Буду рада всегда вас видеть. До новых встреч!